Ребят, продолжаем зарубаться, просто снимаем видео, просто выкладываем в раздел видеозаписи группы «Стальной охват России», а судья пусть разбирается, кто прав, кто не прав. Значит, две номинации. Номинация среди людей, кто будет эту лямку накручивать и кто будет больше работать на пронаторы, раскручивающие движение кисти и с помощью правильного выполнения будет поднимать. И вот мы любители. Те, которые поднимают через лямку, но лямка уже связана, поэтому нагрузка приходится по тыльной и по внутренней стороне ладони, включается луч и через бицепс. Вот сейчас я попробую, опять же, вот приседаем, ровно ладонь, слегка упор и погнали. Нет. Здесь у нас 25, 35, 40. Вот 42 килограмма, ничего сделать невозможно. Вот и разница. Вот в чистом исполнении луч 42 уже не тянет. Но опять же, ребята, замечу, самое главное, не абсолютно нужно делать, чтобы была линия прямая с полом. Иначе вот этот присед глубокий. Вот сейчас я покажу, с приседом я этот вес подниму. То есть я согну в локте, вот. Вот так вот. Вот так, ребят. 40. Сейчас покажу точный вес. Но разговор идет. Хоть и две номинации, там и вроде бы у нас полегче, но поднимаем мы так, как должно быть. Иначе теряется смысл уже правильной зарубы. Так что вот так. Сорок два и два килограмма, но вы видели, при параллельном вверх ничего не получается, а с приседом угол изменился и уже вытащил. Все, давайте пока выкладывайте видео в видеозаписи раздел, либо мне кидайте, я загружу.